Устраивать увеселение в определенных населениях театров. Екатерина выделила целых 3 дня в неделю. Понедельник, среда и четверг. Не дождавшись казни, царевич Алексей скончался при невыясненных обстоятельствах. 1780. Просто заезжаем под мост. Такие фонтанку заедем на фонтанку. Города на 42 острова. Ну а сейчас мы покинем русло главной водной магистрали Санкт-Петербурга, русло Невы. Пройдем по слону. Анечкин дворец в карте. Екатерина терпеливо покупала дворец и возвращала своего избраннику на этаже. Прямо по курсу мост Ломоносова. И обратите, пожалуйста, внимание, мост Ломоносова один из немногих мостов нашего города, которых мостов на фонтанке было 7. Они были абсолютно одинаковые и были разводные, поскольку по фонтанке великой императрицы Екатерины II. Как измайловские семеновские полки совершили, ручно разливала вино из деревянных бочек чаши солдат и офицеров, поддержавших ее полков. Но сейчас, уважаемые гости, если бы мне не было пролито ни капли крови, зато было выпито очень много вина. На следующий день после своего уцеления на престоле века по проекту архитектора Лео фон Кленца. Это 5-е сооружение, которое входит в дворцовый комплекс. Офигеть. Приближаемся к трехэтажной стене Эрмитажного театра, и на бледно-зеленом фоне стены на уровне первого и второго этажей можно видеть достаточно яркую желто-белую вставку с двумя большими окнами. Это и есть сохранившаяся на высоте, превышая колокольню Ивана Великого в Москве, что говорило о превосходстве Санкт-Петербурга. Почтамский мост через реку Мойка. Сзади! Евро.
Да. Это... Да. Вон она, деловуля идет. Деловая деловуля. Ну, внутри дворцовый. Солнце, как называется эта колонна вообще? Александрийский. А, Александрийский столб, да? Вон она. Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец. Променяла Питер. О, красотища. Там что надо с другой стороны снять? Это как фонтаны, там же парк. Ой!
Доступ императорской семьи. Мы подробнее поговорим о храме, подъехав в тюрьму позднее. Первые евангелисты, апостолы и ангелы. Всего 43 фигуры. Внутреннее убранство церкви... Чудесными парками, но чудесными садиками, которые формировались вокруг дворцов Александрии. Справа вы видите садик, устроенный у западного корпуса фермерского дворца. К 1830 годам на этом месте существовала настоящая ферма. Здесь моя отвага. Он находился слева, ближе к оврагу. В 18 веке недостроенный дворец... лет назад. Ага. Белки? Эй, белка. Прыгает как дура. Что ты ищешь? Ё-моё, как же я не догадался-то. Вот он, Финский залив. Вот он. А что там, вороны, что ли? Вороны, чайки. Я думал, то... Это жена ловит покемонов на берегу Финского залива. Ириш! Это часть парка. Фонтан Нептун. Сергей Довлатов, его поколение, потом еще рок-н-ролльщики ленинградские. Вот здесь на этой улице влево от нас Рубинштейна жил Сергей Довлатов. Позировать вообще-то не надо. Это же видео. Ну да ладно. Мы сейчас вот снимем вот Зимний дворец. Александрийский столб, Дворцовая площадь. Как в лучших домах Лондона и Парижа. 20 стекер распадает 35 рез, а вытекает только одна река Нева. Название такое Нева связано с древним названием Ладожского озера, которое в древности называли озеро Нева. И потом, видимо, название перешло там на название реки, которая единственная вытекает из этого озера. Да, наверху. Два раза мы не приглашаем никого в эфире. Все это сознание. Все время было супер катаврение. То есть нужно там в полпятого сходить, то есть в полпятого сходить. Перехода мы соединем с протяженным зданием старый эрмитаж, старый эрмитаж, арка.